Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас в нашей студии известный человек, который занимается здоровьем, красотой лица. Это Виктор Алисов. Или еще у него там есть псевдоним. Это Любчич? Любич. Мастер Любич, да. Мастер Любич. Я думаю, что если вы просмотрите вот эту тему, то вы поймете, сколько тут здравого зерна, сколько интересного, какая, насколько интересная тема, которой он занимается. И она, конечно, такая благородная, потому что она улучшает внешний вид человека. Ну и нас всех встречает всегда по одежке, а уже дальше. Поэтому я хотел представить этого человека и попросить его сказать несколько слов о том, чем он занимается. Ну, вообще все началось с год, наверное, 10 или 9 с семинаров Александра Тимофеевича по висцеральной хиропрактике тогда еще. Вот. И уже с этого фундамента и вот с этих представительств, по большому счету, началось восхождение к лицу. То есть в любом случае фундамент – это живот, это висцералка. Без нее просто никак. Современные косметологи, некоторые даже и шею не отрабатывают. Да? А исходя из таких фундаментальных знаний, когда отрабатываешь живот, спину, шею, подходишь к личику, и его уже только подправить остается на самом деле. Потому что все основное будет сделано там, внутри. Вот. Ну и понятно, что поскольку комплексно подходит на физическом уровне все это хозяйство, да, комплекс и в тонких телах. То есть здесь и эмоциональное состояние, и работа сознания, все подключается на работу по оздоровлению и молодости. То есть это прежде всего комплекс. Ну, точно так же, как наш живот – это комплекс, да, по большому счету, причин, который принимает, обрабатывает, доставляет там, и так далее и тому подобное. Точно так же работа с лицом – это комплексная, глубокая процедура, которая дает результаты не только на лице, да, а в первую очередь оздоровление общее. Да. И закрепление того материала, который получился в результате работы с животом. Конечно, конечно. Потому что, по большому счету, вот вся методика выстроена так, что лицо – это бонус. Да? Потому что, в общем, человек получает здоровье и молодость. Обращая внимание на себя, обращая внимание на те функции, которые там происходят, на те моменты, которые происходят. Потому что, ну, при всей, скажем так, известности, ну, мы же зеркало видим, в смысле, лицо видим в зеркало каждый день, да, в ощущениях все, что находится под кожей, крайне неизвестны. Ну, точно так же, как и в животе, да. Где печень, где желудок, для обычных людей это вообще сверхпонимание, да. Благодаря семинару, благодаря обучению приходит понимание себя. Ну, говоря о комплексе, конечно, речь идет в первую очередь о животе, потому что если напряжена печень, да, то область межбровки исправлять очень сложно. Да? То есть чисто косметологическим способом, да, можно разгладить, там можно что-то воткнуть, но так или иначе все вернется на круги своя, если печень не будет работать нормально. То же самое происходит с кишечником. То же самое происходит с любым другим органом. Да? То есть если у человека возникают какие-то проблемы в области век, в области глаз, а глаза – это зеркало души, если почки не поставишь на место, не поправишь, да, то делать что-то с глазами не имеет никакого смысла. Ну, то есть это, если и есть результат, то крайне временный. Подходя к молодости, к оздоровлению, к красоте лица через живот, мы закладываем очень мощный фундамент долгого состояния в молодости и в здоровье. И это как бы практика уже десятилетняя и более десятилетняя практика подтверждает на примерах. Ну, естественно, закрепление кожи лица связано и с внутренними органами, поэтому работая через такие активные зоны, на которых, собственно, голова, мозг, угу,
И таким образом закрепляем функцию внутренних органов. Ну, я думаю, что это очень здорово. Ты молодец, что нашел. Я очень доволен, что вот эта ситуация, мы как бы с другой позиции рассматриваем, опять же, внутренние органы, вот эти все висцеральные практики. Это тоже раздел висцеральной практики. И, коллеги, конечно, я когда видел работы Виктора, это удивительно. То есть думаешь, ну как же так? Еще одна страница, которую мы когда-то просмотрели. Но она пролистала, потому что вроде как для меня самое главное, это чтобы здоровье внутри, а это постолько-поскольку. А тут, оказывается, можно еще как бы бакен сверху подрисовать, чтобы молодость. И действительно, так-то манипуляция на животе омолаживает однозначно. А вот лицо, когда дополнительно, вот это уже действительно флаг. Это флаг любого специалиста, кто занимается висцеральной терапией. Поэтому я бы рекомендовал, ребят, обязательно этому научиться, потому что, ну, бывает так, поставили банки на живот. Пока эти банки стоят, вы взяли личико и начинаете работать. И человек готов. Когда он домой пришел, он увидел, как у него разгладилось лицо. Да еще оно не на один день. Вот тогда действительно. И тогда к Виктору поток. И я как-то попытался к нему. Мне говорят, Александр Тимофеевич, через 2 месяца вы можете там подъехать? Я говорю, ну 2 месяца это, конечно, ну, по крайней мере, сразу уважение. 2 месяца. Это в очереди стоять 2 месяца. Ну, конечно, если говорить о том, что Виктор работает и живот, и все это в комплексе. Мы говорим о комплексном подходе, не просто там какой-то прыщик выковырнуть. И то прыщик, если не знаешь, сковырнул, а он может дать ответную реакцию такую. И поэтому работа вот с лицом, когда уже вот эти рефлексии, взаимосвязи, они работают только в лучшем направлении, в лучшую сторону, это, конечно, это очень сильное течение, сильное направление. И я бы вам обязательно пожелал вот эту тему освоить, потому что она нужна везде, особенно когда лицо женщин. Ведь часто мы наблюдаем, когда у женщин развиваются различные комплексы. И вот здесь, коллеги, мы сможем разрешить эту тему. И вот как раз его тема, она замечательная. Это нужно, наверное, Виктор, если бы у тебя были фотографии, кстати, по-моему, у тебя были фотографии лица до и после. Они будут, да, представлены. Да, если мы их покажем, то это вообще, это, это вот именно то, что как совершенство, и в то же время это ручная работа. А ручная работа всегда наценилась лучше. Машина, собранная руками, намного лучше, чем машина штамповкой. На конвейере. И вот здесь, конечно, ручная работа и искусство каждого мастера, оно заключается, насколько у него чувствительность рук, насколько. И, конечно, но трудолюбивый побеждает всегда способного. Поэтому здесь в основном должное нужно отдать Виктору, это его работоспособность. Я видел, как он работает, отдавая себя полностью. Этому стоит поучиться. Поэтому, коллеги, я приглашаю вас на его семинар. Я думаю, что я найду, постараюсь тоже найти время, чтобы все-таки поучаствовать в этом процессе, ну и улучшить то, что я знаю. Потому что, ну, все знать невозможно, конечно, но надо стремиться к этому. Ну, я надеюсь, что мы встретимся в качестве мастера и пациента. Да? Спасибо. Чтобы... Спасибо. Да, чтобы нести молодость и здоровье. Да, ну я, в общем, на всякий случай говорю, что он обещал. Прекрасная тема, и я думаю, что она найдет обязательно спрос среди наших специалистов и тех специалистов, которые еще не знакомы с висцеральными практиками. Но они, начав работать, если даже подсмотрели где-то какие-то твои действия и начинают проводить, то не всегда у них получается, и часто бывают обострения какие-то. Потому что мы сами видим, когда пациенты приходят, что-нибудь с лицом натворил, наделал, и до той поры, пока мы живот не успокоим, то эти проблемы и сохраняются. Молодец. Спасибо тебе. Удачи тебе. Благодарю.